Ми знаходимося в Швейцарії, на заправці на нашій колонці. Сьогодні ми запускаємо нашу вторую машинку Rolls-Royce. І хотіли вам показати, як ми зараз будемо заправлятися. Я немножко об этой машині розкажу. Сьогодні ми заправляємо Max Pro. Ми ще бустом не пользувались, нічим ми не пользувались. Max Pro ми заправляємо сьогодні, щоб очистити спочатку нашу систему. Нова бутилочка. Так. Бутылка пустая. Мы заправляем сегодня, в общем, рассказываю. Заправляем 100 литров. Бак на 120 литров рассчитан. Но мы заправляем 100 литров. И будем тоже по 100 литров заправлять все, чтобы была четкая у нас, в общем... Четкие результаты были, чтобы не путаться. Машина 78 года. Это раритетная машина. 6,8 объем двигателя, 8 цилиндров, около 300 лошадиных сил. В общем, представляете, да? Сейчас расход на данный момент 25 литров, поэтому... Да, аппетит у нее очень хороший. Вот машинка наша. Посмотрим сейчас, сколько мы уже заправили. Да, литры бегут. Не так быстро, как Франки. Поэтому экономия нам очень будет кстати. 52 литра сейчас, 53. Сколько у нас бензин стоит, поэтому даже в Швейцарии было бы приятно экономить. Ну все, под видео есть ссылочки, есть вся информация